По поступающей информации, 7 декабря военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по ряду объектов на территории Сирии, расположенных в районе международного аэропорта Дамаска, а также населенного пункта Димас на автотрассе Дамаск-Бейрут около границы с Ливаном. По сообщениям сирийского агентства новостей САНА, в результате бомбежки никто не пострадал, но нанесен материальный ущерб. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики направило письмо генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН с жалобой на агрессивные действия Израиля и призывом не допустить повторения подобных атак в будущем. Израильская сторона случившееся не комментирует. В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают это опасное развитие событий, обстоятельства которого требуют прояснения. В любом случае не вызывает сомнений, что применение силы в межгосударственных отношениях неприемлемо и заслуживает принципиального порицания. Важно не допустить дополнительных рисков дальнейшей дестабилизации и без того крайне напряженной обстановки в Сирии и Ближневосточном регионе в целом.